Коллеги, всем привет! Дмитрий Каждан, рад приветствовать вас на своем канале. И сегодня у меня в обзоре машинка от компании WoW Professional. Эту машинку я купил себе на Невских берегах. И сегодня хочу вам показать, как она вообще выглядит, что в нее в комплекте. Ну и давайте потихонечку и по порядку. Значит, вот так она у нас выглядит с обоих сторон, чтобы вы видели. Значит, что у нас? Ага, у нас в описании сама машинка. Значит, чехол, значит, здесь у нас, это у нас сеточка, как я вижу, нож, щетка и зарядник, шнур. Давайте я вам покажу все, посмотрим, все ли там есть. Так, ого, значит, слушайте, достойная коробка, очень красиво и дорого выглядит. Компания WoW Professional, вам пятерка за дизайн и за ваш такой прекрасный бокс, который вы сделали, где хранится ваша машинка. Очень красиво, очень достойно, мне очень, очень даже нравится. Давайте откроем. Так, и что мы видим? Угу. Значит, у нас сама машинка, сам шейвер. Вот такой у нас очень красивый, такой, знаете, приятная такая текстура, такой бархатный такой. В оболочке такой она. Слушайте, очень-очень приятно, мне очень нравится на ощупь. Значит, вот так она выглядит. Здесь у нас, коллеги, смотрите описание. Значит, сама машинка у нас работает от сети 220 вольт или 230. Значит, мощность данной машинки 3 ватта. Ну и сделана она у нас в Китае. Логотип компании WoW Professional. Значит, здесь у нас кнопка включения-выключения. Сейчас мы ее включим. Значит, давайте послушаем, как данная машинка работает. Здесь такая вот, видите, микро такая сеточка, как мы видим, зарядник, и давайте послушаем. Ого, слушайте, да, так шумновато, шумновато. Коллеги, если же у вас эта машинка также есть, напишите мне в комментариях, также она шумит у вас или нет. Ну так, достаточно звонко. Ну да ладно, так, давайте мы ее откроем. Я так подозреваю, вот эта часть должна у нас открываться. Да, вот так она у нас открывается. Вот так. Здесь у нас, как мы видим, микросеточка. Наверное, если она засорится или с ней что-то случится, должна у нас быть запасная. Ну, судя по тому, что нам обещает производитель в комплекте. Вот здесь у нас комплект. Ага, вот, да, точно, смотрите, вот эта сама сеточка. Значит, это у нас нож. Так, а подождите, а как же у нас нож меняется? А, смотрите, здесь у нас вот два болта, то есть они, видно, легко у нас откручиваются, и нож у нас устанавливается. Ну, все достаточно просто. Вот, тут у нас в комплекте щеточка. Очистили вот таким вот способом, я так понимаю. Слушайте, ну да, в принципе, очень хорошая кисточка. Ага, она у нас, видите, даже двухсторонняя. То есть можно ей и так чистить, как хотите, так и чистите с обоих сторон. Ну, кстати, это приятно, что сделали такую двухстороннюю кисточку. Так, ну-ка, как она работает у нас без самой насадки. Угу. Ну, достаточно тоже шумно, ну, на мой взгляд. Если же она у вас работает так же, коллеги, пишите мне, мне будет очень интересно. Так, ага, установили, все. Коллеги, слушайте, ну, машинка, честно говорю, мне нравится. Достаточно легкая, особенно, блин, классно она в руке лежит и приятная на ощупь. Такая бархатистая текстура. Очень-очень такая приятная. Ну, вот так она у нас выглядит. Так, у нас вот еще здесь чехольчик остался. Кстати, о нем я чуть не забыл. Тут у нас зарядник. То есть машинка может у нас еще и работать от сети, если в случае чего здесь видно, если мало ли накроется сама батарейка. Так что можно работать от сети. Очень приятный чехол, такой бархатистый. Так, сейчас его уберем. Значит, коллеги, по поводу автономной работы. Значит, 45 минут она вообще спокойно работает. Высота среза 0,1 мм. То есть она вообще в ноль, я думаю, убирает вообще великолепно. Длина, ой, ширина, вернее, среза 44 или 40, а, 40 миллиметров. То есть, слушайте, я думаю, что она великолепно будет чистить шею и
бороду, знаете, вот окантовку тоже бороды можно подчищать тоже данной машинкой. Я думаю, вообще легко. И будет достаточно такая четкая, ровная окантовка. То есть чистота среза будет, я думаю, что на 5 с плюсом. Коллеги, если же у вас есть такая машинка, обязательно пишите мне в комментариях. Мне будет очень приятно выслушать ваше мнение, что вы думаете об этой машинке. Потому что, сказать честно, я первый раз покупаю себе машинку компании Wow Professional, и мне хочется услышать ваши отзывы о данной машинке. Коллеги, я надеюсь, это видео было вам полезно. Поставьте мне большой палец вверх, подпишитесь на мой канал, мне будет очень приятно. Ну а с вами был Дмитрий Каждан. Всем точных стрижек. Всем пока.